Напомню официальные цифры. В Иркутской области плюс 138, в Забайкалье плюс 39, в Бурятии плюс 46. Это число заболевших за сутки. Мы решили сравнить, как идут дела у соседей и кто добился больших успехов в борьбе с COVID-19. В Бурятии, оказывается, все не так плохо. Смотрите сами. Количество новых больных у нас в 3 раза меньше, чем в Иркутской области. А по числу выздоровевших от коронавирусной инфекции Бурятия сильно обогнала соседей. У нас почти 1000 человек, в Иркутской области в 2 раза меньше. Забайкальский край лидирует по количеству смертей от ковида. Медики не смогли спасти жизни 22 человек. В Иркутской области скончались 13 человек, еще 13 от болезней, не связанных с COVID-19. По общему числу заболевших республика находится посередине. У нас их 1633. А в Иркутской области в 2 раза больше, чем в Забайкалье.